Наше тело скрывает в себе массу загадок. Спорим, вы ни разу не задумывались о том, почему люди вообще икают? И сколько комаров нужно, чтобы выпить у человека всю кровь? На все эти и многие другие странные вопросы у нас есть научные ответы. Досмотрите до конца, в конце вас ждет сюрприз. Перед началом подпишитесь на наш канал, вы не пожалеете. А ты хочешь получить 1000, как этот подписчик? Да-да, ты! Оставляй комментарий, и если он не наберет лайки, 1000 твоя! У людей и слизняков много общего. У человека и слизня гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Наша ДНК на 70% идентична с ДНК слизняков. Давным-давно у всех животных был один общий предок, кстати, как и у растений. ДНК человека и банана совпадает на 50%. Так что человек – это наполовину банан или на 40% огурец. Все живые существа на Земле – немножко родственники, просто в какой-то момент наше развитие пошло по другому пути. Банкоматы и общественные туалеты одинаково грязные. Банкоматы прочно вошли в нашу жизнь. Но как много людей дезинфицируют руки сразу после пользования ими? Бактериологические тесты, проведенные учеными из Великобритании, показали, что банкоматы также загрязнены, как и общественные туалеты. На контрольных смывах были обнаружены болезнетворные бактерии, которые опасны для здоровья человека. Икота досталась людям по наследству от далеких предков. Икота досталась людям в подарок от далеких предков, живших 370 миллионов лет назад. Эти ребята плавали в океане, а их тела были снабжены жабрами и легкими одновременно. С помощью механизма, который мы называем икотой, наши предки защищали свои легкие от попадания воды. Обязательно ставь лайк, если ненавидишь икать. Вот как прихватит, так и сидишь и икаешь весь день. Бесит! Чеснок можно есть ногами. Если натереть подошвы ног чесноком, то через 30 минут вы почувствуете его вкус во рту. Ну и запах, конечно. Во всем виноват аллицин – органическое соединение, которое образуется при механическом разрушении чеснока. Аллицин способен проникать сквозь клеточные мембраны, путешествовать по кровотоку и достигать вкусовых рецепторов. Поэтому у любителей поесть чеснок дурно пахнет не только дыхание, но и все тело, потому что запах растворяется в крови. Человек может накормить миллион комаров. В теле человека достаточно крови, чтобы накормить от 1,2 до 1,8 миллионов комаров. Все зависит от роста и веса жертвы, а также от степени голода насекомых. Один комар выпивает примерно 0,3 миллилитра крови за один раз. Так что потребуется целая армия маленьких вампиров, чтобы полностью высосать все запасы крови человека. Хотя такое развитие событий крайне маловероятно. Чем выше IQ, тем интереснее сны. Ученые утверждают, что людям с высоким интеллектом снятся по-настоящему занимательные сны. Более яркие и продолжительные. Но не спешите расстраиваться, если не можете вспомнить, что вам снилось ночью. Большинство людей не помнят своих снов, а все потому, что в среднем сновидение длится всего пару секунд. Напишите в комментариях, о чем вам снился сегодняшний сон. После обильного обеда ухудшается слух. У некоторых людей после плотной трапезы начинает звенеть в ушах. Многие напитки и продукты могут влиять на уровень жидкости во внутреннем ухе и вызывать шум. Избыток сладкой соленой пищи, а также кофеина, может привести к временному ухудшению слуха и даже головокружению. Разрешение человеческого глаза 140 мегапикселей. Если бы человеческий глаз был цифровой камерой, то ее разрешение было бы ровно примерно 120-140 мегапикселей на один глаз. Однако эти пиксели распределены неравномерно. На 1 квадратный миллиметр в центре поля зрения приходится 200 тысяч цветовых рецепторов, а на периферии гораздо меньше. Аппендикс приносит пользу. У червеобразного отростка слепой кишки плохая слава. Он может доставить кучу неприятностей, а в случае воспаления даже угрожать жизни человека. Традиционно считалось, что аппендикс – рудиментарный орган, у которого нет никакой практической пользы. Однако у современных ученых другое мнение. Это безопасный домик для полезных бактерий, живущих в кишечнике. Тут хранятся полезные микробы. Если ты досмотрел до этого момента, ты супер крутой! Спасибо тебе за то, что смотришь наш канал! Держи котика!
Кликни прямо сейчас и посмотри наши другие интересные ролики. Спасибо и до скорого!